Всім привіт, пацани! З вами Чоткий Пац, я Тьоха Нежинський. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як зима. Зимой крайне сложно прожить в общаге. Что-то холодно в малості. Зимой ми, конечно, дуже радуємося, коли йде сніг. Сука. А ще зимой ми любимо грати в сніжки, конечно же. Ха-ха! Не, ну бля, сорян. И одна из проблем зимы, то что на улице скользко и сложно ходить. Я же что-то не по тем трубам. Давай-ка сдержись. Иногда она вообще не хочется выходить на улицу. Да, Лёва, давай. Ну, конечно, я подойду зараз, секундочку. Зай, тут такие дела, в общем, мы расстаемся. Но бывают моменты, когда нам все равно на погоду. Да, Аля. Ты сама дома? Но иногда выпадает дуже багато снега. Я тут пройти. А еще обида, что зимой не так багато времени, чтобы погулять, когда светло. Школа и ты по темноте, это ж пиздец. Коли вообще гулять на улице можно, боже мой. И обычно у пацанов зима проходит так. Я же понял, все-таки без подштанников лучше не ходить, ибо холодно, капец. У меня вот с ноги это мерзли, без подштанников, типа модник, понял? Ну да. Ну а оно вообще холодно, на самом деле. Ну а ты все, пацаны, шутку про то, что когда идешь на учебу темно, и когда идешь на брата тоже темно, то мне прислал Игорь Слободюк. Вот. Красавчик, респект, уважуха, да. Опять же, повторяю, если ты хочешь попасть до меня в интерактив, там ссылка в описании на мою ссылку, и в общем, ссылка в описании на мою ссылку, что, блядь? Короче, если ты хочешь попасть до меня в интерактив, то добавляйся в друзья, и все узнаем. И все, народ, до скорых встреч. Фу, бля, уже заебал.